я запрошую до слова представників фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрія Загороднього та Михайла Макаренка. Будь ласка. Мы со своим коллегом, я на русском, на украинском, но я хочу вас поприветствовать, дорогие, уважаемые телезрители и уважаемые телеоператоры, корреспонденты, все. Ну, как всегда, я как профессор, акушер-гинеколог, я буду говорить, начну свое выражение одно. Все наживное, кроме здоровья. И разрешите вам доложить, вот сейчас я чуть-чуть в сторону так отклонюсь, а потом продолжу по медицинским темам. В западной прессе муссируются и печатаются очень интересные данные. Оказывается, в 2015 году в Ухане, в Соединенных Штатах Америки, в лабораториях и в Италии проводились исследования коронавируса. Внимательно слушайте меня. И почему вдруг мультимиллиардер Билл Гейтс сказал, не дай бог, если будет пандемия коронавируса, это будет беда. 2015 год. Я вам это говорю, то, что мне дали с перевода зарубежной прессы. А теперь я вам хочу сказать о этой беде, об этой чуме, да, это о коронавирусе. Уважаемые телезрители, уважаемые все, сейчас инфицировано в мире 5 257 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них до 517 тысяч в мире умерли, потери. А теперь давайте перейдем к нашей любимой Украине. Такое маленькое вступление, ремарк. Уже пятый месяц, как мы боремся с карантином. Уже идет 70-й день нашего карантина, который кабинет министров установил в Украине. Просто так. От того, что не подготовлено все. Если бы я, как многие меня знают, если бы вы знали, этот карантин привел каким трагедиям в семье. Потому что наша оппозиционная платформа за життя, наша фракция, еще в середине января мы уже говорили все, у нас опытные коллеги, все прошли не то, что каждый был руководителем, 98% руководили и решали судьбы Украины. И мы уже с начала января говорили, идет беда, пожалуйста, давайте что-то будем делать. Европа полыхает каким-то неизвестным заболеванием. Но когда я спросил, ну у нас же был министр, какая у нас конституция? А есть ли у нас конституция? Вот мой коллега будет говорить. Если 5,5 лет по нашей конституции человек с каким-то средним образованием, министр здравоохранения, 5,5 лет. И то не украинец, а с другой страны. И как вы думаете, и что сейчас привело разрушение медицины? Когда мы столкнулись с этим заболеванием, оказывается, в наших медуниверситетах даже ликвидировали факультет сангигиены. Санитарно-гигиенический факультет ликвидировали. Откуда выходят вирусологи, бактериологи, санитарные врачи? Это то, что должны смотреть за здоровьем Украины. И что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем на данный момент 19 787 инфицированных коронавирусом. Мы сейчас имеем 537 смертей, мы сейчас имеем 2157 заболевших детей, мы имеем около 500 с чем-то, даже, ну это недостоверные данные, потому что заболевших врачей. И весь мир говорит, первый, кто остановит это нашествие коронавируса, это врачи всего мира. Вы посмотрите, какие средства выделяются, какие все. А у нас сейчас пятый месяц, и если бы не волонтеры,
И если бы не люди, которые беспокоятся за нас всех, и мы беспокоимся, наши врачи до сих пор бы без масок ходили, не было бы защитных биологических костюмов. И что я вам хочу сказать? Безразличие. Ведь вы посмотрите, я вот не понимаю этих людей. Вот закрыли границы. Они же должны подумать, что если они заболеют, их близкие. До сих пор, вот мы уже 2 месяца проголосовали, сделали, просили, умоляли, чтобы 300% добавки на зарплату врачей. Ну, у нас, как всегда, до сих пор половина дали, половина нет. Некоторые мнимые руководители, я их даже не могу назвать руководителями, главными врачи, по секундомерам за время замечают, сколько он провел возле больного человека. И я вам хочу сказать, это страшное заболевание. Никто не знает его лечение. Никто не знает его происхождение. Инкубационный период не знает этого заболевания никто. Но я единственное хочу сказать. И самое главное, что когда началось заболевание, всех распустили бактериологи, научно-исследовательские институты, вирусологии, бактериологии, где этим занимается, не оплачиваем отпуск, потому что нечем платить. Вот так мы подходим. Так это правительство. А сейчас мы будем выходить с карантина. Как мы будем выходить, нету плана. Что мы будем делать? А каждый день по Украине 426 человек. В городе Киеве за вчерашний день 57 человек вновь заболевших коронавирусом. Но единственное, что я вам хочу сказать, мы всегда в стрессе жили. С момента нашей независимости, это по всем прессам, 100 миллиардов долларов выведено с нашей богатейшей страны. А мы еще как-то живем, мы еще как-то боремся, что-то производим. За время карантина 700 фабрик и заводов остановило свою деятельность. Ну вот как мы будем выходить? И врачи, которые не защищены ничем, мы даже застраховали, и то ничего не выплачивается. Эти люди, это герои. И вы герои, потому что вы рассказываете правду, правдиво, а врачи стоят на переднем плане. И я думаю, per aspera ad astrum, через трудности к звездам, мы все равно победим. Но как мы победим? С какими потерями мы победим? И вот это герои, истинные герои. Спасибо за внимание. Шановні представники засобів масової інформації, шановні громадяни України, сьогодні в нашій країні важливий день. Сьогодні виповнюється рік, як Володимир Зеленський став офіційно президентом України. І іменно тут, у стінах Верховної Ради України, рік назад він виголосив свою інавгураційну промову. Я певен, що кожний пам'ятають обіцянки, які давав Володимир Зеленський в своїй інавгураційній промові. І те, що ми зараз проводимо брифінг, і паралельно тут рядом з Верховною Радою проходить прес-конференція президента Зеленського. Я певен, що сьогодні на всіх інформаційних новинах, каналах будуть обговорюватися питання іменно року президента Зеленського. Це як головна політична тема сьогоднішнього дня. І те, що я буду казати, я хотів би, щоб мене почули всі громадяни України і президент України Володимир Зеленський також. І те, що я буду далі казати, це, по суті, звернення до президента Зеленського. Пане президенте, у своїй інавгураційній промові ви казали, що ваше найперше завдання – встановлення миру на Донбасі, припинення вогню на Донбасі. Що ви готові на все, аби не гинули люди. Але за рік ви майже нічого не зробили. Натомість ми чуємо постійні розмови про план Б, про встановлення стіни з Донбасом, про силові сценарії розв'язання конфлікту. А в цей час продовжують гинути люди, гинуть діти на Донбасі. Рік тому ви, пане президенте, обіцяли, що збудуєте країну рівних можливостей. Але ви не сказали, що це будуть можливості для обраних. Для вашої команди, пане президенте, і для вашого квартального оточення. Рік тому ви говорили про початок нової епохи, але ви не сказали, що це буде епоха жебрацтва та злиднів. Рік тому
Ви, пане президенте, обіцяли створити країну, де буде верховенство закону. Але ви не сказали, що це буде країна, де є рівні і рівніші. Країна, де для всіх закон, а для обраних – велюровий карантин. Рік тому ви, пане президенте, казали, що ми маємо бути єдині. Але замість того, щоб об'єднати народ, ваша команда продовжила політику попередників, політику роз'єднання. Про яку єдність може йти мова, коли для ваших депутатів перемога в Великій Вітчизняній війні – це не свято, а день скорботи? Коли ви забороняєте навчання російською мовою? Коли ви вводите в санкції проти російських соцмереж, хоча рік назад виступали проти цього? І навіть вводите санкції проти культурних і освітніх закладів, музеїв, університетів, Ермітажу? Ми пам'ятаємо ще дуже багато ваших обіцянок, пане президенте. Наприклад, що першим вашим законопроектом буде законопроект про народовладдя. Рік прийшов, рік, пане президенте, а закону немає й досі. Проте ви та ваші слуги ухвалили закон про землю, пустивши з молотка матеріальну основу українського суверенітету. Пане президенте, ви та ваші слуги, ухвалюючи антинародні закони, порушили таку кількість законів України і статей Конституції України, що є вже всі закони підстави порушити проти вас процедуру імпічменту. І останнє. Рік тому, змагаючись за голоси українців, які втомилися від корупції та політики розбрату попередньої влади і попереднього президента, ви сказали, що ви є його вироком. Але насправді ви, пане президенте, стали вироком для 73% українців, які повірили вам рік назад. Пане президенте, я закликаю вас подивитися в очі українському народові і почати, як ви і обіцяли, складаючи присягу президента, боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу та виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Це слова із присяги президента України, яку президент України тут склав рівно рік назад. Дякую. Дякую. Брифінг завершено.